Всемирный день хиджаба появился не так давно и отмечают его по всему миру, не только мусульманки. В этот день во многих странах девушки всех вероисповеданий могут примерить на себя образ мусульманки. Да и сами мусульманки могут вспомнить о том, каким достоинством во все времена наделял женщину платок на голове. Когда сходились, вырвав два кинжала, мужчины, как положено врагам, платок между ними женщина бросала, и два кинжала падали к ногам. Вот так проникновенно звучат строки о силе женского платка. Могли сойтись в смертельном бою два кровных врага, и даже самая яростная битва, завязавшаяся между ними, могла быть остановлена женщиной. По старинному обычаю женщина снимала со своей головы платок, бросала его на землю между сражающимися врагами, и в этот миг даже самые яростные противники опускали взоры и останавливались. Платок на голове женщины оберегает ее авторитет, честь и достоинство. Он защищает ее от назойливых взглядов, от дурных намерений и неправильных посылов. История платка на голове женщины насчитывает много столетий. Он являлся символом благопристойности и во времена Древней Греции, Византии, Ассирии, Древней Руси, Аравии, уже несуществующих территорий. Но тот символ, который представлял собой платок на голове женщины, та защита, которой он покрывает не только ее голову, но и ее честь и достоинство, продолжает существовать до сих пор. Наша программа подошла к концу. Мы желаем вам всех благ и духовных побед. До новых встреч на новой неделе. И только с хорошими новостями.